Ну что, дорогие друзья, я раз всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую серию по игрушке Trail Out. Да, друзья, я надеюсь, что вы еще не успели забыть эту игру, если вообще рады, что Trail Out продолжается, вне зависимости от того, что игра вроде уже пройдена, но тем не менее, во-первых, она оставила приятный такой отпечаточек, во-вторых, здесь действительно еще есть что проверять, на что посмотреть, да и вообще в целом кайф в нее поиграть, поэтому... Поддержите лайком, если хотите, чтобы в дальнейшем хотя бы иногда серии по Trail Out выходили. Друзья, всем приятного аппетита, кушать, всем приятного просмотра. И у меня, честно, кипит все внутри, потому что я уже хочу, блядь, проверить. Я сейчас потратил достаточно количество времени, выглядел это примерно вот так вот. И я там, короче, разрушал. И, в общем-то, количество моих фанатов перевалило отметку 2 миллиона 750 тысяч. А это значит, что машина под названием Interstellar открыла доступ к максимальному нитро-ускорению, друзья. Да, то, чего мы ждали, то, чего нам не хватало, чтобы вообще оценить эту машину. Да, в прошлой серии я установил мировой рекорд. Блин, громко звучит, конечно, но факт остается фактом. Я не знаю, насколько он сейчас актуален, но на трассе... Так, сейчас, подожди, я сейчас вспомню. Кросс, раш, кросс. Так, сейчас, тут все запутано. Восьмерка, вот эта замечательная трасса. И на автомобиле, который называется Jaguar S1, очень похож на BMW, мы на этом автомобиле нашли лазеечку, лайфхак на пятой передаче. Сколько, как много нервов я потратил, но тем не менее попал в топ-30 по всему миру. И у меня есть мыслишка, друзья. Interstellar, конечно, по характеристикам хуже, но... Машина раскрывается именно за счет закиси азота. Что же будет, если я сейчас чисто проеду и попробую побить свой рекорд? Потому что я все-таки думаю, что неспроста эта машина становится доступна, ну, по максимуму, да, потому что без закиси азота все-таки она едет очень медленно, становится доступна по максимуму именно когда ты наберешь определенное количество фанатов. То есть, ну, то есть ты должен поиграть, прям насладиться этой игрой, и потом только сможешь уже... Короче, без лишних слов. Я люблю вот это что-то там разжевывать, что-то рассказывать. Давай уже действуй, Саня. Я очень хочу, чтобы эта машина реально оказалась быстрее. Мне кажется, что за счет нитроускорения... Ха-ха-ха-ха. Да, это будет весело. Давайте смотреть. Значит, сейчас надо вспомнить. Ручная коробка передач. Так, ой-ой-ой. Ну, у нее же реально, она же сделана для станта, эта машина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, есть у меня мыслишка, что сейчас... Подожди, сколько... Ребят, это точно, это однозначно машина, которая будет ехать быстрее. Так, подожди, чистый круг начался. Бля. Хорошо. Блять, это очень быстро, это очень быстро. Сколько? 12.43! Подожди, это же быстро. А сколько было то время? Я реально не запомнил. 12.40, по-моему, это пиздец. Подожди, по-моему, это пиздец. Подожди, только не надо говорить, что сейчас я побил свой мировой рекорд с первого раза. Вообще не мучаясь. Ебать, еще и финиш красивый, старета, закувыркались. Ребят, накиньте лайкусиков, потому что... А, уже... Чё? Булкин, если ты не лох, гоусь. Что? Подожди, какой я? Я 26-й. Подожди, ну это мое новое. Это мое новое время. Подожди, это мое новое время. То есть то время уже сместилось. То время уже сместилось, оно не актуально. Бля, возможно, тут среди, так скажем, этих игроков. Подожди, тут есть булка. Я так понимаю, здесь есть много игроков, которые, ну, возможно, мои зрители. Блять, это гениально! Подожди, стоп! Это настолько. Бля, чувак, ты. Ты просто красава, блядь. Ты, подожди, чувак. Я просто не... Ладно, я выпущу эту серию раньше, чем... Сейчас, подожди, стоп. Сейчас происходит просто великая хуйня. Такого еще не было. Чувак, чтобы обратиться ко мне, достучаться, грубо говоря, установил рекорд. На первом месте он, мировой рекорд. 10.90... Как он проехал, я понятия не имею. И назвался Булкин, если ты не лох, гоу-симулятор бургера, типа, проходи. Это гениально! Блядь, чувак, ты гений! Блядь, ты просто гений! Что? То есть, помимо того, что он просто вот так вот отшвырнул мой рекорд, проехав 10.92! 10.92! Он еще... Так. Ребят, короче, давайте так. Я в любом случае планировал вернуться в симулятор бургера, и я хотел вообще эту серию выпустить, наверное, чуть позже, нежели я туда вернусь, я выложу ее раньше. Чтобы вы просто знали... А будем считать, что этот чувак
заставил меня вернуться в эту игру. Я хотел, я там прокомментирую, когда вернусь в бургер этот симулятор, я все расскажу. Но вы теперь знаете, кто... Я видел прекрасно все комментарии, я и так, ну тут, понимаешь, тут вообще, блядь, не слиться после такого. Тут после такого, блядь, ебать! Так, то есть получается, моя сейчас, мое время, которое я сейчас показал, 12.23, то есть, по идее, мне было бы хорошо выехать из 12 секунд. Это уже физически сложно, потому что вы же видели, что машина, она когда типа проходит на большой скорости вот эту вот, вот этот кружок, ну вот поворот, она уже там колесами просто готова насквозь, по-моему. Блять, это реально самая быстрая машина в игре, потому что именно нитроускорение в ней... Почему не приключается? Так, вторая, третья. Именно нитроускорение является, в принципе, тем самым необходимым. За счет чего? Так, а пятой передачи нет. Вообще все просто. Так, только единственное, нитро, конечно, как-нибудь поднакопить. Потому что я уверен, что можно ехать быстрее. Ну, как бы не то, что я уверен. Я знаю! Я с первого раза проехал 12. 23! Это, конечно, попало в топ-30, но, блядь, в конце. То есть, в принципе, из 12 секунд мы просто обязаны, пацаны, выезжать. Давайте, как мы делали на BMW, вот эту вот херню я сейчас всю собью. У нее просто ебанутое ускорение на нитро. Вы видите, как у нее растет скорость? Именно в этом и заключается фишка. Так она, конечно, едет так себе. Блять. Вот самое хреновое, я говорю, физика в этой игре, она очень такая тоненькая. Она очень тоненькая, если вот приземляешься, грубо говоря, на крыло, машина начинает кувыркать. Так, блять. Ха-ха! Я такого... Бля, пацаны, я вас обожаю, бля, вы лучше. Вот у кого еще могут быть такие зрители, которые оставят послание в какой-то игре, в рекордах, блять, просто... Чувак в рекордах оставил мне послание, вы понимаете? Насколько это гениально, блядь. Бля, я не знаю, как на этой машине лучше ехать? Подожди, где лучше закись использовать? Ну-ка, вот, допустим, здесь я пролетаю. 290 километров. Охуеть. На ней нужно же еще как-то ее... Пизда. Не, она взлетает. Там просто вот эти объекты. Короче, я понял, чтобы проехать 10 там, с копейками, это нужно... Это как бы... Давайте мы сегодня не будем так выдрачивать эту трассу. Я сегодня обещал проехать еще по аутодрому. Мы на ней попробуем поставить рекорд, потому что там все-таки... ну, отличается трасса, здесь просто восьмерка, а там как бы трасса полноценная, поэтому там будет сложнее в любом случае, но, блять, да что ж так, хотя подожди, похуй, вдруг повезет, давай, нет, там пиздец, там такой крутящий момент, что машина начинает просто вот так вот цепляться, крутиться, сейчас давайте еще, ну, пару, тройку, четверку, пятерку раз попробуем и перейдем к аутодрому обязательно, как я и обещал, просто вы понимаете, с первого раза проехать, ну, как бы нихуя себе результатик, да? Понятно, что пацаны тоже на этой машине эти рекорды ставят. В любом случае, это ясно и так. Потому что по-другому, наверное, быть и не может. Так, четвертая передача просто с закисью азота. Эта машина, она реально как бонусная, грубо говоря. Потому что она рассчитана для трюков, черт возьми. Здесь по-любому есть какой-то оптимальный... Я просто жалею, это нитро в поворотах. Потому что, видите, скорость все равно теряется. Вот не хватало, видишь, не хватило, не хватило. Вот жалко, жалко, жалко. И сколько... 12-12, новый рекорд, блядь, просто на ровном месте, мы просто улучшаем, вот, я проехал второй раз чисто. Короче, каким-то раком нужно фармить эту закись, чтобы она просто не кончалась, я не знаю, как это можно сделать. Ну, может быть, я не спорю, я же не знаю, есть ли читы вообще для этой игры. Может, пацаны, там, вот, ну, 10-90 звучит как чудо какое-то. Так, на каком я месте теперь? Может быть, там, не знаю, Unlimited 26-е, не понял, а где мой рекорд? 12-12, алло, я проехал, алло, блядь. Не понял, он типа сохраняется, если только 12-12 только же проехал же, нет? Ладно, в любом случае это не важно. В любом случае это не важно. Блять. Так, давай, ладно. Я понимаю, что многим просто будет неинтересно сейчас смотреть вторую серию подряд, как я одну и ту же трассу проезжаю. Но вы понимаете, что я не остановлюсь, я хочу рекорды эти ставить. Это, да, это есть потенциал, просто нужно немножко везения. За счет этой своеобразной физики нужно везение, чтобы на этой тачке, по этой трассе проехать идеально. Но! Что же будет? Я сейчас буду впервые это делать. Мы выбираем трассу под названием Аутодрома. Где она? Подожди, а где Аутодрома? Не понял, блядь. Аутодрома-то где, нахуй? Аутодрома где? Какая старая деревня, блядь? Алло. Монокласс? Кросс? Нет. Это не кросс. Должен... А, это кросс считается. Ну ладно. Выбираем эту трассу. Я даже не знаю, какие там рекорды. Я ни разу не ездил, ни на бэхе не пробовал. Ну, однозначно, думаю, вы понимаете, что на этой машине можно проехать быстрее вообще, чем что-либо, где угодно. Так, проматываем катсцену. Блять. Я предвкушение нахер. Я просто предвкушение. Она просто... Это ракета, блять. Это ракета в прямом смысле этого слова. Я думаю, что первый круг мы копим нитро. Вот видите, в чем загвоздка? Нам нужно так как-то...
потянуть время. Если гений во мне правильно мне подсказывает все, смотрите, мы должны потянуть время, чтобы мы... Тихо-тихо, фрау Убер пусть выебывает сколько угодно. Мы должны потянуть время, чтобы соперников я не успел догнать. Вот теперь, смотри, вот оно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Бля, какая максималка-то у этой машины. Ебать, она вруливается, просто пизда. Че, пробуем? Просто с первой попытки. Охуеть! Так, подожди, я же... Нет, ну это на такой скорости она не врулится. Подожди, вот это уже интереснее. Ты должен найти оптимальную грань по скорости. Да переключайся ты уже. Третья, четвертая, все. Ты должен найти оптимальную грань по скорости, чтобы ты... Она просто ебанутая, эта машина. То есть 300 не проблема, чуть-чуть надо поддавливать нитросик. И то, смотри, видишь, ну, сложно вруливаться. Но я думаю, здесь пацаны очень грамотно проезжают эту хуйню. Так. Пиздец. Не, я вряд ли сейчас проеду на мировой рекорд. Я еду на сейве. Я просто не понимаю, как она рулится. Блять, кто мог подумать вообще... То есть, эта игра удивительна тем, что, во-первых, никто не мог подумать, что я эту игру буду проходить полностью. Я ее прошел полностью. Во-вторых... Что я буду ставить здесь какие-то рекорды? Подожди, сколько это было? Я даже не знаю, 27, что-то там такое? Мне кажется, это не топ. 19 секунд, пацаны, едут! 19 секунд, ебать! Ну, вы понимаете, да, насколько я здесь лох? 19, 20 секунд... Я 20 сколько проехал? Блядь... Вот это уже другая хуйня. Это уже сложно, ребята. Это уже настолько сложно. Короче, самое оптимальное — проезжать второй круг. И самое оптимальное — не сильно отрываться вначале от соперников, чтобы во втором круге я в них не упирался. Это такой вот лайфхак, который мне пришел в голову только что. Ну просто это логично, да? То есть, видишь, если я сейчас буду ехать с ними, они как бы вроде сзади недалеко. А если я сейчас сразу начну ебашить, то они мне будут мешать во втором круге. Ебать, я гений. Вот это да, как во мне это работает, гениальность. Бля, они что, вообще всю трассу на нитро проезжают, что ли? Это ж пиздец. Блять, я не знаю, просто она не вруливается уже там на скорости 3. Смотри, какой поворот здесь жирный. Да, тут уже нужно какие-то нычки искать, пацаны. Смотри. Блять, 400+, ты понял, да? Блять, сколько? 19 секунд? Серьезно, нахуй? 19, блять, секунд? А как они нитро экономят так, чтобы его хватило на все? Подожди. Блять, это пиздец. Мне кажется, это не 19 секунд, нихуя. Вот они уже финишируют. Они вот за это время уже... У меня 28... А, подожди, смотри, 20:54 я проехал. Стопэ. Не знаю, попал ли я куда-то или нет. Ну, короче, в принципе, главное понять, где все-таки целесообразно это нитро использовать. Где его вот как бы реально по факту оно нужно больше всего. То есть, смотри, напрямике... Да, потому что можно 400 разогнаться, тормозиться, врулиться. Там на поворотах скорость не нужна. Но поддерживать скорость в поворотах тоже вроде как хочется. Потому что 300+, она едет там, типа, в поворотах. Так. Это получается... Бля, нихуй... Подожди. Сколько я проехал? Стопэ. Сколько я проехал? 21 я проехал? Подожди, я что-то не понял. Оно там не сразу обновляется? Я блядь, ебать, я скрываю, только что увидел свое время и забыл его нахуй сразу. 20 целых... Сколько-то сотых я проехал? Нет разве? Подожди, походу рекорд не обновился. По-моему, я попал туда, нет? Бля, ну это интересней. Это интересней, пацаны. Я объясню почему. Потому что здесь, помимо... Ну, то есть на восьмерке ты, грубо говоря, тоже, конечно, должен понять, как там пройти, что да как. А здесь-то, ебать, поворотов несколько. Должен понять, когда нитро тебе больше всего необходимо. Жесть, блядь, рекорды в трейлауте. Ну, это охуенно. Не знаю, меня всегда прикалывало. Я думаю, знаете, и по, там, Гран-туризмо, и по Форзе. То есть, ну, понятно, там игры более такие профессиональные. Но тем не... Блядь, ну можно мне проехать, нахуй, уже, а? Бля, меня эта хуйня бесит. Блядь! Тихо, нахуй, блядь. У меня тут рекорды, блядь. Так, ладно, сейчас, в любом случае, мы на фулл нитро сейчас выйдем на второй круг, так что можно здесь немножечко побаловаться. Ребята, это будет мясо, это будет мясо. Блять, 20, по-моему, сейчас посмотрим, сейчас мы эту гонку проедем, эти круги. Так, по-моему, самое целесообразное все-таки использовать его на прямой. То есть, вот, допустим, я полетел сразу, да? 400. Бля, ёбаный Торетто, не-не, лучше их обгонять. Я сейчас из-за него просто не мог по траектории пройти. Отпустил чуть-чуть руль, и справа меня уже вынесло нахуй. Не-не, это хуйня все, что я затупил. Короче, все, бля, я все понял, нахуй. Ебать, я сейчас не успокоюсь, блядь. Так, можно сразу как-то улетать от них, чтобы они не мешали. Нет, вот сейчас лучше вот так вот. Едешь, вот так вот, чтобы никто тебе ничего, и все, следующий круг ты уже начинаешь как бы... Ебанутая машина, просто, бля, и держите меня семеро, бля, пиздец, я просто в шоке. Не, ну я понимал, что, конечно, там закись азота даст что-то, но, блядь, тут в этом случае прям пиздец. Так, все, смотри, фулл нитро.
Мы сейчас просто выезжаем напрямую на 4-й передаче. Нитро готово. Я тоже готов. Поехали! Блять, грязно. Бля, она ебанутая вообще эта машина, нахуй. Видишь, нитро не хватает, блядь. Нитро не хватает, в этом, конечно. Основная беда заключается в этом. Сколько? 20-47. По-моему, тот был лучше круг. Ну, здесь мне уже будут мешать боты. Да, как бы это уже не вариант. Просто надо доехать, зафиксировать. 20-47. А было 20-23, по-моему. Короче, в целом... Тут очень сложно рассчитать, в поворотах ли подгазовывать лучше, или, ну, видишь, вот так ошибся, и уже, блядь, за трассой, нахуй, оказался. Блядь, ебать, это пиздец, одним словом, это просто пизда. Это просто пизда, 20-23 у меня было, по-моему, я правильно запомнил? Открыть мировую статистику, ну-ка, блядь. Почему у меня нету? 20-23 я проехал, нет? Так а сейчас 20-47, где мой рекорд-то? Меня не пускают, алло, блядь! Я только что проехал 20-47. Я должен быть вообще где-то здесь, топ-10. Хуйня какая-то, блядь. А почему? Я еще раз хочу. Нет, подожди. Я для себя фиксирую. Я не знаю, почему я не попадаю в таблицу. Вы все видите тоже в левом верхнем углу. Что там, типа, цифры... Те, которые должны быть. Но все равно, 20-23. Даже 20-47 у меня почему-то нету. Я не понимаю, почему только. Так, едем пока наравне. Бля, жесть какая-то, ебать, рекорды в трейлауте. Ахуя, я даже в флэтауте таким не занимался, чтобы вы понимали. Насколько, блядь, меня эта игра вовлекла просто. Так, все, вообще не используем нитро. Вообще не используем, бля, я не знаю. С одной стороны, видишь, и повороты прикольно проходить. Мне кажется, напрямой лучше не сжигать все. Потому что, как бы, прикольно, конечно, 400 км в час видеть, но... Ладно, я не буду обращать внимание на то, сколько там остается нитро, я просто буду по возможности его сейчас использовать. Блять, и хер его знает, да? Вот хер его знает. Сколько? 19.82, ебать, меня в рот! Охуеть! Только смотри, то есть получается моя тактика верна, что все-таки в поворотах лучше подгазовывать. На прямике то, что я там 400 уск... Очень сложно так продумать, очень сложно. А где мой рекорд? 19.82, какой я сейчас должен быть? 19.82, ебануться. Пальцы гнутся, телевизоры, блядь, нахуй выключаются от такого, блядь, рекорда. 19.82, 19.82, блядь. Где я? Я должен быть вообще... Где должен быть? Где я? Почему у меня нет? 19.82, это четвертое место, блядь! Я не понял, нахуй, алё, блядь, чё такое? У меня просто не, я просто не могу попасть сюда почему-то. Меня что, блядь, забанили, блядь, или что? Я не читер, если чё, разработчики, алё, блядь. Я тут нахуй за секунду, я четвертый в мировых рекордах должен быть сейчас по аутодрому. А почему меня там нет-то, блядь? Почему меня там нет? Я реально что-то не понимаю или чё, блядь? Нет, стопэ, я не хочу никакую трансляцию. Все, у меня уже максимальное количество фанатов, все, что надо, я уже достиг, бля, Михалыч, точнее, достиг. Причем, смотри, таблицу рекордов так не открыть. То есть она открывается только лишь, когда ты... Может быть, эту машину нельзя, типа, или что? Типа, может, эту машину нельзя использовать в этот... Ну, ага, в других можно, блядь. Нет, это бред, там никакого фильтра нет. Да и 19, вот это вот все, это невозможно проехать на BMW условный. Я хер знает, вот эта борьба за миллисекунды, знаешь, типа, одно дело, когда ты играешь в симулятор и понимаешь, там, типа, там, какие-то свои ошибки, там, просто тебе нужно... А тут-то аркадка, блядь! И тут, как бы, ты такой задумываешься, а где? И тут вообще рандом. Вот, ну, как бы, то есть, если я сейчас со второго, грубо говоря, раза проехал на четвертое место, то, наверное, если я что-то пойму, придрачусь, бля, у меня закиси мало, пиздец, надо было больше накопить. Надо фулл закись, чтобы была на втором круге. Охуеть. Так, ну-ка, подожди, давай-ка пробуем вот сейчас таким образом. Так. Нет, это уже, это я уже что-то, блядь, сказку поверил. Баланс был идеальный. Где я, нахуй? Я четвертый, блядь! 19.80! У меня есть видео, блядь! Доказательство! Ни один из моих рекордов не попал сюда, почему? То есть, блядь, подожди, не, я не хочу, нахуй. Я сейчас проеду тут. Сколько надо? 19.46. Ну, шансы есть. Извините, меня полсекунды скинуть, я понимаю, что это... Много, но как бы... Прошу прощения. А смысл мне бороться, если я понимаю, что он не фиксируется? Ну, логично же.
как бы, в чем... Так, full nitro, вот, у меня full nitro, как бы, сейчас оно точно будет фуловое, все, я его не трачу. Что-то бред какой-то, блядь. Пахнет хуйней, нет? Пахнет какой-то... Спасибо тебе, фрау Убер, большое, блядь, за этот дрифт совместный, блядь, охуеть. Теперь, блядь, все, ну, сейчас, подожди, я попробую все равно. Главное, full nitro, на прямике-то я должен обогнать их. Пизда, а что за бред-то? Что за бред? Где фиксация, блядь? Почему фиксации нет, я не понимаю. Так, я не знаю, скорее всего, я уже не смогу. Блин, это Ретта, нахуй. Когда он едет первым, он меня сбивает, понимаете, с пути, блядь. Нет, мне нужно ехать первым всегда. Я вписываюсь в этот поворот, все нормально. То есть 400 там такой баланс. Главное, потом лучше вписаться и за счет закиси как раз-таки уже ускориться, если мне на это надо. Нормально, нормально, нормально. Я, блядь, терпеливый. Я терпеливый пацанчик, блядь. Я нормально, я все перетерплю. Блядь, с одной стороны хочется вырваться вперед, с другой стороны нитро жалко, пиздец. Ну вот сейчас нормально должно быть, сейчас нормально. Сейчас, если я ее обойду в этом повороте, и то не фул, да, будет? Ну, такое, более-менее. Блядь, ну не мешай, пожалуйста. Спасибо. Повезло. Повезло, откровенно. Откровенно повезло. Блять, зря отпустил клавишу ебучую. Ну смысл, я сейчас впрягаюсь за непонятно что. У меня будет видос, где будет видно этот мировой рекорд. Окей, там первое место, если вдруг получилось бы. Но его не будет, блядь, в таблице. А смысл? Я хочу, блядь. Мне интересно, какого раза чувак рекорд на этом, на восьмерке поставил. Прям вот интересно реально понять. Это довольно важный момент. Мне просто сколько вот он, чтобы первое место... Не знаю, кстати, на самом деле аутодрома может быть даже легче, чем восьмерка. Там потому что все-таки куча объектов, здесь по сути тебе никто не мешает. Нитро готово. Бля, вот как его использовать, а? Я даже не знаю реально, я реально не знаю. Вот на прямике. Я не смотрю на то, как оно... Блять! Это уже был перебор. Бля, я не хочу! Ребят, я не хочу! Я понимаю, что я туда не попаду! Смысл? Чё за ограничение, ебать? Чё такое? Чё за бан, блять? Ну реально, я тут не оказался. Что? Что я делаю не так? Все делаю так. Я все делаю так, я все делаю правильно. Я ставлю рекорд, у меня получаются неплохие цифры. Ну где они, блядь, таблицы? Их нету нахуй? Почему их нету? Непонятно. Блять, сейчас реально неплохо-то прошел первую часть. Вот тут я заспешил, блять, тут слишком. Надо тоже не борщить. Я говорю, оттормозиться не страшно. Нитро, блять, очень быстро скорость нужную восстанавливает. Вот в чем прикол ее. Как бы вообще не проблема. Блять, ты что делаешь? Ты что тут делаешь, блять? Не, вряд ли это будет что-то хорошее. Что-то нитро. Нитро как-то быстро закончилось, нахуй. Сколько это? Да, это прям видно было. Все, 20-12, нихуя себе быстро! Ну где мой рекорд, я не понимаю, никакой не зафиксировался. Что за хуя? Что за обидки, блядь, на меня? Или, точнее, мои обидки? Да я не понимаю, как даже это назвать. Пиздец. Прям пиздец. Ну что-то я прям в ахуе. Кстати, без нитро смотрю, ну типа чуть-чуть так я поднажимал, 21,6, тоже так-то результат-то неплохой. Дайте мне рекорд. Хотя бы какой-то. Нет, ты понял, да? 20-12 это типа 9 место, я тут, блядь, не нахожусь. Почему-то. Короче, я не знаю, может быть какие-то проблемы у трейлаута именно сегодня, когда я решил погоняться. Но, ребят, фактически мы можем зафиксировать, что я 4-й на аутодром. Но на бумагах, скажем так, этого нет. Короче, если кто знает, напишите, что думаете в комментариях. А я, в свою очередь, сейчас настолько возбужден, чтобы как бы попытаться быть первым, что я даже не знаю. Ну, только я хочу, чтобы там фиксировалось тоже. Иначе смысла нет продолжать. В общем, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете вообще по всему этому поводу. Стоит ли продолжать? Интересно ли вам было бы смотреть серии, как я рвусь в топ-1 в рекордах? Подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.